Всем здравствуйте и добро пожаловать на кубковый финал. По всем ощущениям, нас ждет сегодня отличный матч. И надеемся, что футболисты настроены на искрометный и результативный футбол. Сегодня Рома встречается с Уэст Хэмом. В таких случаях говорят, напряжение такое плотное, что его можно резать ножом. Этого матча ждали давно, и от его исхода зависит очень многое. Ну, мне нечего добавить, все верно. Осталось подождать еще чуть-чуть, затаить дыхание и наслаждаться игрой. Команды проделали долгий путь на пути к этому финалу, и вот уже совсем скоро мы узнаем, кто из них окажется достоин трофея. Ну, достойно, наверное, идти и другие, но выжать максимум из своих возможностей сегодня получится лишь у одной команды. Перед нами состав Ромы. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч. На экране состав команд. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Команды разыграли мяч в центре поля. Финал начался. Хороший турнир со своей историей, конечно. В нем нет лоска и денег Еврокубков, но, тем не менее, это возможность завершить сезон с трофеем. И именно это каждая команда и постарается сегодня сделать. Вратарь! Вот это сейв! И этот пенальти становится вратарской добычей. Очень неприятный момент для незабившего пенальти игрока. Но нельзя на этом зацикливаться. Нужно продолжать идти вперед и стараться реабилитироваться. Забить уже с игры. Все верно. Выносит он мяч из своей штрафной. Мяч покинул пределы поля. Аут. Гарри Мендеш Родригеш. Аканджи. Ониен Диди. Франко Серви. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Попытка отобрать мяч в подкате. Безрезультатно. Здорово сыграл атакующий игрок. Кулаками играет вратарь, и мяч выбит. Потери и у соперника. Неплохо по задумке, но слишком сильно вратарь заберет этот мяч. Грамотный пас, все по делу. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться.
Гранит Джака. Джака! Совсем немного не хватило точности этому удару рядом со штангой. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Ониньен Диди. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Очень много передач у этой команды. Видно, что с этим элементом футбольным у них все в порядке. Торрес. Навес напрашивается. Попытка сделать навес. Защитник накрывает. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. И счет в матче открыт. Да, незабываемый момент. Вот так вот пишется история. Ну вот так он почти в одиночку разобрался с обороной соперника. Индивидуальное мастерство, помноженное на техническое исполнение. Браво! Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Мы видим эмоции тренера. Этот гол, конечно, поднял ему настроение. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Оливер Торрес. Аканджи. Оливер Торрес. Атакующая комбинация Ромы. Ониньен Диди. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Франко Серви. Мяч потерян. Аут в пользу футболистов Ром. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Ониньен Диди. Киран Тирни. Франко Серви. Такие передачи придают атакам остроты. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Как он работает с мячом, всех обыграл. Ну как же так, вышел один на один и не смог попасть в створ. Жахнул, что есть силы, вот только точности этому удару не хватило. Торрес. Ониньен Диди. Оливер Торрес. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Оливер Торрес. Какой-то, знаете, между собойчик. Рома пробьет угловой. Мяч летит в центр штрафной. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Ну, грузи в штрафную. Здесь он попадает под прессинг.
Тут силовая борьба. Сперва потерял мяч, затем снова отобрал. Не выключился из эпизода. Молодец. ФСТМ флангом атакует. Свободная зона там есть. И есть поддержка у этой атаки. И подает штрафную. Выбит мяч из штрафной. Франко Серви. Навес на ближнюю. Без проблем играет на выходе вратарь. Мяч в его руках. И мяч переходит к сопернику благодаря прессингу. Навешивать надо. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. Сохраняет мяч, несмотря на прессинг. Оливер Торнс. Джастин Клювер. Есть хороший адрес для передачи. Он просто не заметил оппонента. Ошибается игрок. Здесь дарит момент сопернику. И мяч выбит из штрафной. Можно подавать тут. Он накручивает соперников одного за другим. Гарри Мендеш Родригес. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Очень неточным этот удар получился. Бил с лета и выбрал, наверное, не тот момент для удара. Мяч прошел мимо ворот. Джастин Клювер. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Один из лучших по игре в пас он сегодня. Партнеры поддерживают эту атаку. Франко Серви. Ониен Диди. Из-за боковой будут мяч в игру вводить они. Рубен Диаш. Ониен Диди. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Торрес. Джастин Клювер. И это пас вратарю. Перестарался немного игрок. Три минуты будет добавлено. Неплохой заброс вперед. Нужен навес. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. 1-0 после первого тайма.
Ну что, сказать, что первый тайм прошел совсем бессмысленно, конечно, нельзя. Но хочется больше все-таки забитых мячей, больше хороших умных атак, контрвыпадов, каких-то комбинаций или индивидуальных действий. Ну, хоть что-нибудь. Действительно, конечно, всегда хочется идеальной игры, но в футболе даже минимальной. Начинается второй тайм финального матча. Совсем скоро мы узнаем, кто станет победителем этого турнира. Головой выбил он мяч за боковую линию. Гранит Джак. Выигрывает борьбу у соперника. И подача туда, в сторону ворот. Хороший вынос мяча из штрафной. Нет, это не угловой, за боковой линии нужно вбрасывать. Гарри Мендеш Родригеш. Защита первая на мяче, вынос. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Неудачный навес, вратарь без проблем забирает мяч. Джастин Клювер. Оливер Торрес. Шик. Рома начинает опасную атаку. Навес в центр штрафной. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Хороший первый тайм он провел. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Ну, одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Свежего игрока в игру выпустят сейчас. Мяч летит в центр штрафной. И выносится мяч из штрафной. Здесь прессинг. Атака остановлена, но кто получит мяч? Филиппе Андерс. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Будет навес. Шикарный момент. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. И повтор гола нам показывают. До мяча дотянулся в этом моменте голкипер, но не хватило этого, чтобы спасти свою команду от гола. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Оливер Торрес. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Франко Серви. Шик. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправился. Ну, навешивай! Навес в штрафную. Защитник отводит опасность от ворот и разряжает обстановку. Рубен Диеш. И вот самая свежая трансферная новость. Антуан Гризман переходит в Челси из Атлетико Мадрид. Да, сложный процесс по покупке игрока получился, но игра стоила свеч. Джастин Клювер. Две трети матча сыграно, последние полчаса игры смотрим. Оливер Торрес. Плохо сыграно, мяч потерян. Опасно тут может получиться. На грани офсайда хотел сыграть, не получилось. Он провел отличный матч и теперь покидает поле. Реакция болельщиков говорит сама за себя. Да, этот парень из тех, кто может решить исход встречи.
Хорошо мяч перехватили в атаке. Киран Тирни. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Четко и надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. Набиль Бенталет. И подает штрафную. Защита первая на мяче, вынос. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Ониен Диди. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Немного времени потребовалось, чтобы перекрыть подступы к своей штрафной площади. Штрафную подачи, и есть там кому сыграть. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Готовится замена. На поле появится новый игрок. Удар по воротам. Подарил мяч кому-то из болельщиков на трибуне. Спасибо, скажи. Обоюдные замены проводят наставники команды. Канджи. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Джордан Пикфорд. Хороший пас верхом вперед. Подача. Чей мяч будет? Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Основное время истекает через 20 минут. Это замена по позиции. Думаю, это решение давно напрашивалось. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Торрес. Шик. Оливер Торрес. Ну, грузи в штрафную. И подача туда, в сторону ворот. Кулаками играет вратарь, и мяч выбит. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Вестхэм флангом атакует, свободная зона там есть. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Опасный момент, удар головой был. Хотя и с трудом, но все-таки справляется голкипер. Набиль Бенталет. Можно навешивать. Надежная игра в защите. Угрозу удалось отвести. Решил пробить. В игрока мяч попадает. От углового флажка мяч будет введен в игру Вест Хэм. И прямо в центр штрафной мяч летит. Хороший вынос мяча из штрафной. Рубен Диш. Удар! Бен Чилвелл. Блестяще он с соперником разобрался. И пробил. Это гол! Ну что же, разрыв растет, и это уже похоже на разгром. Да, и соперникам явно нужно как-то менять тактику. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Хорошее настроение у тренера. У его команды сегодня все получается.
Не хочется это признавать, но разница в классе просто колоссальная. Матч, по сути, окончен. Онинен Диди. А вот и тактические перестановки. Да, тренер решил несколько освежить игру своей команды. Аканджи. Стивен Бергвейн. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Неплохая попытка отобрать мяч, но атакующий игрок действует еще лучше. Голкипер забирает мяч. Тут может быть опасно. И мяч выбит из штрафной. Сегодня он провел выдающийся матч, отдал все силы и заслужил этот гол. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Онинен Диди. Аканджи. Оливер Торрес. Онинен Диди. И буквально подарил мяч сопернику. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Киран Тирни. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. От души по мячу он приложился. Джастин Клюер. Онинен Диди. Рубен Диаш. И правильно, долой мяч из штрафной. Победа! Кубок взят! Они долго шли к этому матчу и оказались в нем лучше соперника. Теперь могут с чувством выполненного долга поднять кубок над головой. Да, эти ребята сегодня герои. Поздравляем их с победой. Ну что, спустя целый сезон борьбы в одном из ведущих чемпионатов настало время главных минут этого года, самых приятных мгновений, я бы так сказал. Да, что команда, что болельщики, все сейчас радуются одинаково своей победе. Она у них общая. Не оставляли болельщики свой клуб ни в радости, ни в горе. И, наконец-то, такая преданность получает награду. Мы увидели в этом финальном матче все, на что могли рассчитывать. Не разочаровала игра, это вот как такой общий итог. Ну а если подробнее, конечно, главное – это блистательное выступление победителя. Умный, грамотно выстроенный, захватывающий футбол. Вот такой анализ, Константин. Не знаю, что ты еще добавишь. Георгий, но, безусловно, надо отметить главного тренера победителя. По игрокам с тобой соглашусь на все 100. Они действительно действовали так, как и полагается играть в финале. Полной самоотдачей, без лишней нервозности, полностью выполняя установки тренера.